Джавед Икбал – серийный маньяк из пакистанского города Лахора, Пенджаб. По его словам, он растворил в кислоте 100 мальчиков за 18 месяцев. Про саму жизнь маньяка известно немного. Неизвестно его отношения с родителями, как он рос и в какой семье. Возможно, это сыграло немаленькую роль в превращении в столь жестокого маньяка. Перед началом хочу попросить вас не забыть поставить лайк после просмотра, подписаться на канал и написать свое мнение в комментариях. Все это очень помогает продвижению видео и канала в целом. История маньяка Джаведа Икбала поучительна тем, что это был обеспеченный бизнесмен, лишавший жизни мальчиков из бедных семей и бравших у них интервью перед издевательствами. Житель пакистанского города Лахора, 44-летний Джавед Икбал до поры до времени был замечательным мужем и отцом, а также имел стабильный доход от торговли металлической арматурой. Был, пока в 1997 году не сделал ужасного открытия. Оба его сына, 12 и 13 лет от роду, не только занимаются половым актом друг с другом, но и подрабатывают этим, выискивая клиентов на местном рынке. После этого открытия в голове будущего маньяка происходит сбой, и он решает стать социальным журналистом, чтобы изучить эту проблему в его стране. С этого момента он временно переквалифицируется не только в социального журналиста, но и в частного детектива. Он изучает нравы так называемой тусовки Мина и Пакистан, иначе говоря, место детей-бродяжек, которые собираются вокруг одноименного памятника и которые зарабатывают с помощью воровства, продажи запрещенных веществ и своего тела. Теперь Икбал живет не только на доходы от своего бизнеса, но и на гонорары от разных изданий, в которые он посылает статьи. В течение года, изучив нравы местной публики, Икбал пришел к двум выводам. Во-первых, голубая детская тусовка, безусловно, совратила и растлила его доселе скромных сыновей. Во-вторых, в возникновении самой этой тусовки повинно все пакистанское общество, в котором, с одной стороны, продажа своего тела признается преступлением, а с другой, свыше 3 миллионов подростков из нищих семей не имеют другого способа заработать на жизнь иначе, как подставляясь богатым мужчинам. Придя к подобным выводам, социальный журналист начал действовать. Развелся с женой, отрекся от сыновей и принялся штамповать статьи о пренебрежении общества к цветам жизни. Статьи эти по разным причинам успеха у местных издателей не имели, и тогда у маньяка родилась идея написать шокирующую книгу, которая будет рассказывать о бесправии подростков в современном пакистанском государстве. Книгу, которая не нашла для нее издателей в собственной стране непременно, стала бы бестселлером на Западе. Джавед Икбал был 6-м ребенком и 4-м сыном пакистанского бизнесмена. В 1978 году отец будущего маньяка, Мухгал Икбал, открыл собственное дело по торговле металлическим прокатом. В дальнейшем отец купил для сына 2 больших дома. Из одного такого дома Джавед и руководил своим бизнесом, связанным с торговлей железной арматурой. Уже позже стало известно, что именно в нем Икбал и держал своих жертв. Здесь же социальный журналист и писал свои бесценные статьи и рукописи. Кроме того, в это время у маньяка появляются 4 помощника-подростка, которые помогают ему похищать, лишать жизни и заметать следы, и которых он периодически использовал в качестве своих любовников. Скажу сразу, рукопись новоявленному борцу с двуликим обществом в конце концов удалась. Вот только ни на Востоке, ни на Западе никто так ее и не опубликовал. Ничего удивительного. Книга Икбала, которой он дал название «Будущая смерть», представляла собой 100 предсмертных интервью маньяка Джаведа Икбала с ребятами, которым суждено было вскоре стать жертвами самого монстра. Собирал же писатель материал для своей книги так. Отправлялся на рынок к монументу Мина и Пакистан, выискивал мальчишку, предлагавшего услуги массажиста за 20 рупий, 30 рублей, и приводил к себе домой. Здесь поил собственноручно изобретенным коктейлем правды, содержащим алкоголь и запрещенные вещества. И едва будущая жертва приходила в полубессознательное состояние, доставал диктофон. Журналисты интересовали не похождения парня. Икбала волновала социальная подоплека превращения мальчика в игрушку для мужчин. Маньяк дотошно выспрашивал будущую жертву о семейном достатке, образе жизни, о надеждах и планах. Запротоколировав социальную значимую информацию и сфотографировав мальчишку, Джавед приступал к действиям, призванным оправдать название будущей книги.
Попросту говоря, душил, обвив вокруг его шеи железную цепь и разделав тело на куски, опускал в чан с кислотой. Пока кислота медленно разъедала останки мальчиков, Икбал проявлял фотопленку, печатал снимки, тщательно нумеруя каждую из них для своего будущего издателя, и тут же, присев рядом с адским котлом, начинал писать очередную главу своей книги. Вот краткая цитата из одной такой главы этой выдающейся книги, дающая представление о личности самого маньяка и посвященная его 12-летней жертве по имени Иес. Никто не скажет, что мальчик пытался выжать слезу, рассказывая о нищете своей семьи, хотя бы в память о мертвом. Просто удивительно, сколь дешево стоит в 144-миллионном Пакистане жизнь мальчика. Вы спросите, а сколько же? И я вам отвечу, около 120 рупий, это 150 рублей. Именно во столько мне обошелся чан соляной кислоты, в котором эта маленькая жизнь закончилась. Икбал не был лишен публицистического дара. Вот только о том, что каждую из 100 своих жертв социальный журналист в непременном порядке использовал для удовлетворения своей потребности перед смертью, упомянуть в книге он почему-то постеснялся. Выдавить из Икбала признание, почему он, всегда яростно отстаивавший свою ориентацию, надругался над мальчишками, удалось впоследствии лишь следователю. Джавед сквозь зубы заявил: «В отсутствие жены и при такой работе мне приходилось тяжко, нужна была какая-то разрядка». Что же касается собственной работы, то на протяжении всего 1999 года маньяк постоянно совершенствовал ее методы. Растворив в соляной кислоте 6 первых жертв и написав первые 6 глав рукописи, Икбал вдруг счел, что одной, пусть и сенсационной, книги для пробуждения пакистанского общества недостаточно. Осознав это, маньяк решил превратить собственный дом в музей смерти детства. Отныне он не только складировал по полочкам вещи, принадлежавшие его узникам, не только создавал стенды с фотографиями, посвященные жизням и смертям несчастных мальчишек, но сколотил из фанеры стену автографов. Начиная с 7-й жертвы, Икбал принялся оставлять пальцы рук и их кровавые отпечатки на этой ужасной стене. Под каждым кровавым автографом содержалось примечание, аккуратно выведенное самим преступником. Ну, например, такое, посвященное мальчику по имени Реза. Когда-то он хотел учиться, но не было денег. Мечтал стать пилотом. Отверженный обществом, он продавал свое тело. Когда не было клиентов, торговал цветами. В одной из первых глав своей сенсации маньяк однажды пророчески написал: «Общество не хватится пропавших детей. Любой маньяк может оставаться безнаказанным, если вдруг не вздумает сам заявить о себе в полицию». И действительно, пока в июле 1999 года Икбал собственноручно не отправил в полицию толстый пакет фотографий своих жертв и описание их смертей, никто и не думал искать пропавших мальчишек. Ни родителям, ни полиции, просто не было до них дела. Заявив на себя самого, Икбал покинул жилище, превращенное в музей смерти, и переехал во второй собственный дом. При этом он не переставал потешаться над любителями закона. «Не ищите меня, я решил наложить на себя руки, утопившись в реке», – писал Джавед местным сыщикам, прилагая к посланию фото очередной жертвы. И уголовное дело маньяка благополучно закрыли, хотя в этот момент арестовывают 4 подростков, которые помогали Икбалу в его делах и жили в его доме. Через 3 дня один из них выпрыгнул из окна в полицейском кабинете, вследствие чего погиб. Вскрытие показало, что против него применяли силу. После этого пропажи мальчиков не прекратились, а в полицию пришло письмо с очередными предсмертными снимками и посланием от маньяка. «Теперь я и вправду покидаю мир, ухожу бросаться с обрыва». И снова полиция верила маньяку, в который раз отправляя его дело в архив. Лишь лишив жизни 100-го мальчика и дописав 100-ю главу своей книги, Икбал счел труд жизни завершенным. Не хватало писателю малого, публичности, которую он сам себе и обеспечил, сдавшись полиции 30 декабря 1999 года. Маньяк ожидал, что теперь-то уж наверняка публикуют его бестселлер на Западе. И действительно, когда судьи приговорили Джаведа Икбала к казни через повешение с последующим разделением тела на 100 кусков и растворением останков мерзавца в соляной кислоте, многие правозащитные организации потребовали гуманизма по отношению к писателю и рассекречиванию его сенсационной рукописи, которая до этого хранилась в полицейском архиве. Суд признал Джаведа Икбала виновным в лишении жизни 94 загубленных душах.
Незадолго до приведения приговора в исполнение, 8 октября 2001 года, кто-то задушил Икбала и одного из его подручных полотенцем в их же камере, что было приравнено полиции к тому, что они сами наложили на себя руки. Как рассказали некоторые сидельцы, что их каждый день очень сильно допрашивали, а приходили с этих допросов они полуживые. Творения же Икбала и вовсе объявили безвозвратно утерянными, а некоторые цитаты из его книги остались лишь в 503-страничном деле самого эффектного маньяка Пакистана.